От пациента. Температура высокая 2 недели, сбивают диклофенак, отдышка сегодня стала очень сильной, слабость, полуобморочное состояние. Пневмония и гиперчувствительный альвеолит ставят разные врачи. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 34 лет. Дата исследования – 19 декабря 2020 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены, выявлены множественные участки инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла на фоне ретикулярных изменений по типу булыжной мостовой, с преимущественным поражением средних отделов легких, с вовлечением в процесс не менее 65% от всего объема легочной ткани. Инфильтрация достаточно однородна, выраженных участков консолидации легочной ткани нет. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры, размером до 10 на 6 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, грудной кифоз усилен до 56 градусов с вершиной в TH6. Сердце не расширено. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина двухсторонней полисегментарной инфильтрации легочной ткани, с вовлечением в процесс не менее 65% легких, более вероятно хронический аллергический альвеолит, вероятность вирусной пневмонии низкая. Кифотическая деформация грудного отдела позвоночника второй степени. Рекомендована срочная консультация пульмонолога. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук КТФМА. Комментарий врача-рентгенолога. Судя по характеру инфильтрации и ее структуре, у вас все же более вероятен аллергический гиперчувствительный альвеолит. При вирусной пневмонии инфильтрация будет совсем другой. Вам будет иметь смысл проконсультироваться у пульмонолога, как профильного специалиста по этому заболеванию.